Ребят, всем привет. Сейчас я сижу за столом, допиваю свой чай и смотрю на эту красавицу, которую наконец-то спустя 3 года я все-таки собрал. Итак, ребят, это будет просто небольшой тизер, в котором я расскажу, что же происходило с этой моделью, почему она пропала с моего канала. Многие писали там, что отписка, видео про модели нет и больше не будет. Нет, ребят, все будет, она возвращается, она ездила, ездит и будет ездить еще очень-очень долго. Значит, дело в чем? Классика жанра, потеря сигнала, максимальная скорость и бордюр. Но единственное, что помешало там, это был Мерседес, конечно, под который она залетела и шоркнула головкой цилиндра. Вот мы можем видеть, как у нас вырвало ребро. Далее, двигатель ушел вверх, съела шестерни в коробке, колокол сцепления тоже пострадал. Ну и там всякая мелочевка. Но, ребята, HPI красавчики, пластик у них нереальный просто. Подвеска вся осталась целая, ничего не случилось, только дека. Загнула алюминий и все. Это мы выправили и все потихоньку собрали. На этом все, ждите полное видео с ней. Все расскажу, все покажу и прокатимся.